какой должен быть подход к товарищу, который все время обвиняет и судит десятку критиков. Стараться объяснять ему, что путь — это не обвинять, не судить десятку. Путь — это склонить себя перед десяткой как можно больше, насколько возможно. И все-таки дать возможность каждому дать возможность каждому склонить себя перед десяткой, как пишет Рабаш, помогать в этом товарищам. И если они все еще не способны принять эти вещи, так пусть учатся с нами отдельно, но не мешают объединению в десятке. Или вообще пусть уходят, что можно сделать. Они все еще не, пока что еще не в состоянии, у них, может быть, займет еще 10-20 лет, пока они поймут в медленном развитии, в их ритме, что нет выбора, нет выхода, только в десятке мы приходим к раскрытию Творца и к реализации цели.